Если у нас величины не хватает, что там так блестит на этом экране. Если величины не хватаем, ну строим это, заходим белком туда. То есть следим за величиной, за вот этими величинами. Причем на обеих глазах одновременно следим за величинами. Теперь какой, смотрите, это один, да, цвет. Теперь дальше, кто там? Дальше у нас мы утемняемся. Где утемняемся? Самое темное место. Вспоминаем, где у нас самое темное место на глазу? Под зрачком. А? Под зрачком. На месте соединения, конечно. Здесь соединяется и века, и зрачок. Получается теневая. И чуть-чуть туда в сторону сдвигаем, в сторону скопления ресниц. То есть самое темное мы уже нашли. Все. Темнее у нас в глазу больше ничего быть не может. Единственное, ну может быть немножко там темнее сам непосредственно зрачок. И то, если вы его сделаете темнее, он провалится вовнутрь, и сразу это будет выглядеть неадекватно. То есть вот мы нашли самое темное место, и темнее уже быть ничего не может. Все остальное теперь светлее. Вот мы нашли еще раз, вот самое темное, вот вам. Все остальное в глазике светлее. Брови светлее, веки светлее. Все остальные соединения светлее. И оба глаза одновременно. Соответственно, что у нас? И брови. Тоже начинаю с самого как бы темного места, где больше всего скопление ресниц. Тоже не по всей длине они одинаково темные и одинаково толстые. Ну и у детей тоже оно не так оно проявлено. Есть такое дело. Поскольку у меня, да, вот эта заплаканность была привнесена, теперь я могу немножко подутемняться цветом не фиолетовым, а уже, так сказать, с каким-то краснинкой какой-то. Потому что я ж заметили, самое темное место у нас мы уже определили. Все темнее, здесь, особенно снизу под глазом, здесь не может быть темнее, чем вот это место, сам глаз. Ввожу сюда темные какие-то мешки. Один, второй. Одновременно работаю с двумя глазами. Утемняем верхние, на верхнем веке к переносице. Одна, вторая часть. К переносице. Потому что здесь у нас выпуклое веко. Опять же, с этой стороны у нас волосами прикрыто, с этим волосами не прикрыто. Мы пока не прикрываем. Мы оставляем выпуклую часть. Это более светлое. Можно даже все сделать темным. То есть взять по тону. Еще раз утемнить это яблоко. А потом светлые части высветлить с одной стороны и с другой стороны.